Привет, друзья и гости моего канала. С вами Мария. И сегодня я покажу мои два цветочка сингала, которые вы все видели, и какие есть изменения у этих цветочков, тоже вам покажу. Ну вот этот красавец пустил, который цветонос. Посмотрите, какой он уже большой. Вот он, красавчик. Дальше. Вот такие у нас корешки чудные. Сейчас я к свету поднесу. Вот они. Вон молоденькие. Чувствует он себя просто потрясающе. Листики в тургоре. Все ему нравится, корни себя чувствуют хорошо и внутри, и снаружи. Вот. И перейдем теперь ко второму красавчику, который я покупала первым синглом мой. Вот такой он тоже чудный и красивый. Сейчас вам покажу его на свет. Вот какой он красавчик. Вообще необыкновенная красоты цветок. И вот такие вот у нас уже бутоны. Толстенные корни именно у этого цветочка. Вот этот вот молодой листик. Он уже довольно большой. И вон еще один листик. Видите? Это маленький листочек. Любуюсь ими, потому что они громадные. Этот вот такого размера. А этот вообще просто, ну, очень большой. Да еще в крапушку, да еще с такой чудной губой. Но это что-то необыкновенное. И вот посмотрите, там еще тоже. Какая красота просто. Его вот можно рассматривать вечно. Он постоянно меняется, не знаю, в зависимости от солнца, в зависимости от того, какая погода. Все время разного цвета. Чудный цветок. И этот тоже хорош. Но вот у него краешки уже, я смотрю, немножко. Не знаю, то ли он уже отцветает потихоньку, то ли я его немножко брызгала. И, возможно, попала водичка на цветочек. И вот такой результат. Но вот эти бутоны, девчонки. Жду не дождусь посмотреть, какие размеры будут у этих цветочков. Обязательно вам сниму и покажу. Тут, конечно, они поменьше. Но от этого не менее прекрасны. Всем спасибо за внимание. С вами была Мария. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. У меня еще очень много интересного, что вам показать, что рассказать. У меня очень много изменений произошло за это время. Появилось много-много цветов разных. Все это буду снимать и показывать вам. Соскучилась по вам сильно. Удачи вам, добра, здоровья, красоты, весны, семейного благополучия. Со всеми праздниками поздравляю, которые были и которые будут. Всем пока. До новых встреч.